Как вы думаете, что это? Это человек. Граната. Граната. Крутишь, как взорвется. Граната. Вот. 2,97 за килограмм. Так что тут авокадо. Все меряют в килограмме. 5 евро. Авокадо. 4,97, то есть 5 евро за килограмм. А вот Леня хочет в Черемою поехать. Черемою? Да. Черемою. За Черемою, и она такая вот, как бы, за 4,67 за килограмм. Это в еврейских деньгах. Вот. И это дальше. Что тут еще? Рубль 77 в еврейских деньгах. Апельсины. Лимон. 2,47. Яблоки вот красные вот такие вот. 2,48. Таматы. Рубль 37. Почти что зеленые. Рубль 37. Такие, как у нас в Беларуси, за 2 рубля 50 копеек, здесь рубль 67. Ну, только в евро. Да, да, да. Ну, если умножить на 2,5, то здесь дороже. Здесь дороже чуть-чуть, да, или намного. Ну, короче, это тот магазин, который рядом. Я показываю цены. Магазин, который рядом. Да, это в большом самое, магазине, да? В большом магазине будет процентов на 30, даже на 40 дешевле. Не, Леня. Да. Ну, вот есть такие магазины. Но до них надо чуть-чуть доехать, так скажем, километров 10 тут или 5. Но надо доехать. Вот. Есть, конечно, автобусы, но лучше, конечно, на машине, но можно и на автобусе доехать. Но, конечно, руки обрывать. Банана за 2,75 за килограмм. Так скажем, вот так вот скажем, да? Вот чеснок за рубль 15. Вот такая упаковочка. Вот. Картошка. Вот папа. У них картошка называется папа или папас. Если много картошек, то рубль 67 за килограмм. Ну, в еврейских деньгах. То есть, евро. Вот. И, короче, вот так дальше идем. Огурцы. Пепино. Картошка папа, а огурцы пепино. Пепино стоит 0,87 за один штук. За один штук. Смотри, капуста. Капуста. 0,97 за килограмм. Натуральный апельсиновый сок. 3,15. Якобы натуральный апельсиновый Не, сок. Натуральный написано. Натуральный написано, уверен. Да. 3,15. А что это зелененькое такое? Ну, тоже натуральное что-то. Пепино, огурец. Это пепино, конечно. Огурец. Хорошо, а вот это зеленое. Тут нет огурца. Пепино. Это тоже стоит, видишь, сколько? 3,1. Марзана. Ну, там, ну, что, яблоко там и ананас, и ананас. И все за 3,15 за литр. Так, дальше. Ну, все это мясное. Пожалуйста, котлетки. Котлетки прямо готовые. Это фарш. 2,99. 2,99 за 320 грамм. Сюда 6 отбивных. Отбивных свинячек за 3 евро. Фарш 2,95 за 400 грамм. Фарша 2,95.